Инна Молчанова. «Что заяц, что заяц». Басня. Дня три в задумчивости Бог ходил по небосводу. Никак понять старик не мог, обязан чем народу. К нему петиция пришла, и, как всегда невнятно, несла народная молва о том, что неприятно. То ли ворона у лисы украла вкладки яйца, то ли курятник разнесли два неразумных зайца, кто и кому что задолжал. Бог долго рылся в тексте, потом вскочил и завизжал: «Всех соберите вместе!» Узнав о каре в цвете лет, сбежали все, кто в силах. Пришел лишь бедный президент с веревкою и мылом. «Прости меня!» — потупив взор, он попросил у Бога. «Теперь не вынесу позор, туда мне и дорога». «Не торопись», — ответил тот, «а разберись сначала, кто громче всех в лесу орет, кто там права качает». И через день уже в лесу поистребляли лисов. Ворон отправили на суп, а яйца вбили в пиццу. Остались зайцы. И молчат, как зайцы на опушке. Крадут морковку и стучат. И ушки на макушке.